Друзья, приобрели мы внуку кораблик на управление. Готовимся к лету, поскольку в интернете нигде не разобрались, как с ним управляться, поэтому решили показать. Вначале сейчас мы поставим аккумулятор на зарядку. Аккумулятор у нас находится в носовой части. Там есть болтик. Откручиваем. И сразу же поднимается и еще один болтик. Ой, сейчас, 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 сейчас. И еще один болтик откручиваем, показываю издалека. Там аккумулятор. Отсоединяем разъем, отсоединили и поставим на зарядку. Ну, покажи нам зарядку. Зарядку. Вот наша батарея, состоящая из 6 батареек. Подключаем разъем, и здесь вот такое зарядочное, зарядка USB. Поставили пока на зарядку аккумулятор. А тем временем займемся пультом. В наш пульт сейчас мы поставим батарейки. Там крышка. Мы уже предварительно сняли болтик, открутили. Так, берем нашу крону и устанавливаем плюс-минус. Прикручиваем крышку. Обязательно надо поставить антенну, иначе не будет работать пульт. Да, вот такой у нас пульт уже готов. Далее устанавливаем антенну на саму лодочку непосредственно. Вот этот флаг. Он и поддерживает нашу вот эту нашу антенну. Антенну установили. Пульт готов. Ждем, когда зарядится наш аккумулятор. И можно будет пробовать. Главное, вот кто собирается купить своим внукам или детям кораблик, знайте, что в магазине проверять его надо только в воде. Вот мы взяли, мы хотели проверить, но никак. А вот в бассейне мы у себя уже сможем проверить. Для того, чтобы работал наш кораблик совместно с пультом, включается вот эта кнопочка. Потом в воде. Воду, когда поставим, кнопочку включим и далее. И далее пульт будет работать. Зарядился наш аккумулятор. Теперь установим в кораблик. Поднимаем нос корабля. Закрепили. Ой, Валер, подожди, я косяк. Закрываем крышкой отсек нашего кораблика. Закручиваем, чтобы не попало в воду.
Мы готовы к путешествию, к сезону. Вода есть, бассейн есть. Покажу вам, какие у нас два винта. Ну, теперь вперед. Катер к путешествиям готов. Ну что, наша лодка? Пробуем. Проводим испытания. Нетоны? Не. Ага. Красоту. Жди. Давай сюда. Ну, к лету готовы. А ну, пульт покажи сюда ближе. Так, на камеру. Пульт как штурвал. Поехал. Сейчас. Я сразу пульт и лодка. Лодочку. Ну, нормально. Нормально. Можно и в бассейне. Так. А ну, мы наш Титаник. Сейчас. Наш Титаник. Ну, получится у нас морской бой, пожалуйста. Так, мимо, мимо, мимо проходишь. Мимо. Мимо, да. Задний ход. Давай. Ну, куда он? Титаник наш там. Давай. Так, 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 так. Левый, левый борт. Ну, я думаю, внуку нашему понравится. Давай к нам. Получилось.